Здравствуйте, это рубрика «Вопросы психологу». Я Елена Ковальчук, клинический и семейный психолог, специалист центра «Высота». Как отказать человеку, чтобы не обидеть его? Любой отказ другой человек может воспринимать негативно. Он может разозлиться на вас или обидеться. К сожалению, независимо от того, что вы делаете, мы не управляем реакцией другого человека. Но если тот, кто вас просит, вам ценен и важен, то вы можете попробовать свести недовольство к минимуму. Когда вас о чем-то просят, и вы точно знаете, что вам придется отказать, не тяните время, говорите четко и прямо. Искреннее и прямое «нет» – это знак уважения. Выразите свое хорошее отношение. Например, вы можете использовать следующие фразы. «Эта проблема мне хорошо знакома» или «Мне жаль, что вы попали в такую ситуацию». Выразите заинтересованность продолжения общения. Например, вы можете использовать следующую фразу. «Мне было бы очень приятно пообщаться с вами, но, к сожалению, я вынуждена отказать». Объясните причину вашего отказа простыми словами. Независимо от того, насколько тяжело вам говорить «нет», старайтесь опираться на факты и не искать отговорок, потому что обманывать – это не лучшая стратегия. Она не позволяет выстраивать ни партнерские, ни дружеские, ни профессиональные отношения. Говорите честно о своей ситуации. Например, «Сегодня я очень устал. Я не очень люблю танцевать». Вы можете не объяснять, от чего именно вы устали или почему вы не любите танцевать. Расскажите о своем негативном опыте. «В прошлый раз, когда я ходил в этот ресторан, мне очень не понравилась еда и обслуживание. Я бы не хотел повторять этот опыт». Объясните, что у вас недостаточно знаний, чтобы выполнить просьбу. «Если честно, я не очень в этом разбираюсь. Не думаю, что моя помощь будет полезной». Если речь не идет о ваших профессиональных обязанностях, вы можете прямо сказать, что вам просто не хочется. Иногда на всем чего-то не хочется. Четвертое. Предложите свой вариант, который вас устроит. Например, «Можем ли мы вернуться к этой идее в понедельник? К этому моменту у меня будет свободное время». Самое важное – показать заинтересованность и проявить сочувствие к чужой проблеме. Тогда, вероятно, ваш отказ не воспримут как неуважение, пренебрежение или нелюбовь.